Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На днях в городских квартирах состоялись съемки очередного шоу «Разбор», куда были приглашены представители старшего поколения Дома-2. Ирина Агибалова осталась очень недовольна съемками. Был смонтирован ролик, в котором основной акцент был сделан на то, что Ирина Александровна раньше выглядела отвратительно, и только благодаря Дому-2 она стала молодой, стройной и привлекательной. Также было сказано, что все семейство Агибаловых зарабатывает на рекламе в соцсетях только благодаря популярности, которую они получили на проекте. Либерж Кпадону, которая стала ведущей на острове, хочет установить свои правила и устроить небольшую перезагрузку состава. Майя Донцова считает, что Захар Саленко и Лера Фрост завидуют ее отношениям с Лешей Купиным. Захар даже повторил романтик, который Купин делал около месяца назад. «Захарке не хватает мозгов придумать самому», – пишет Донцова. «Вы пытаетесь косить под наши настоящие чувства, но у вас плохо получается». Зрители отмечают, что проект становится все более и более развратным. В недавнем эфире показали двух девушек, которые оказались готовы на все ради участия в шоу. На лобном они появились топлес и без смущения демонстрировали оголенную грудь окружающим. Ведущие таким способом хотели соблазнить Сергея Захарьяша, но он наотрез отказался прогуляться с девушками и предпочел остаться рядом с Лилией Читрару. Ольга Рапунцель прокомментировала зарождающиеся отношения Маши Кахно и ее мужа Димы Дмитренко. «Ты дура», – пишет Рапунцель, – «беспринципная баба, никакой женской солидарности. На чужом несчастье счастья не построишь. Мужичонка, который семью бросил, мороженка тебе покупает, нет бы ребенку хоть фруктов передал». В новостях Дома-2 рассказали, что Татьяна Африкантова настаивает на свадьбе своей дочери с Ромой Капаклы. Марине ведь уже давно пора устраивать свою жизнь. У Ромы же в планах нет свадьбы, и ему очень не понравилось, как Татьяна давила на него в этом вопросе. Выяснилось, что Марина нравится бывшему участнику Диме Лукину. Об этом сообщила Татьяна Владимировна. Дима собирается побороться за сердце Марины и отбить ее у Ромы. Костя Иванов поделился радостью с подписчиками. Более 2,5 лет он шел к своей мечте и вот наконец внес последний остаток суммы за свою квартиру во Владивостоке. Эта квартира площадью 97 квадратных метров, стоит она чуть больше 8 миллионов. Также в прямом эфире Костя публично оскорбил Ольгу Бузову. Он сказал, что она настоящий трудоголик, невероятно целеустремленная. И якобы она почти всегда находится под воздействием запрещенных препаратов. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.